Привет, братва! Хочу сделать мини-обзор электронной сигареты. Вот так вот она выглядит. Я не знаю, как она называется, блядь. Вот, такая штучка. Тут 50 ватт. Уже жижа запарил. Все поставлено. Вот она как парит. Стоит она где-то, ну, может быть, 1,5. Может быть, поменьше. Может быть, 1000, может быть, 2. Вот. Как она парит, сейчас я вам покажу. Ну так, более-менее, на 50 ватт хватает. Заряда хватает на очень долго. Столько, блин, нормальная вейп-сигарета не курит. Например, iJust только не парит, сколько вот эта херня парит, блин. Надолго ее хватает вообще. Вот такая вот штучка. Стоит она, если, блин, не точно не скажу, ну, я видел ее вчера за 1800 на Алиэкспрессе. Штука полезная. Ну, не полезная, а самая лучшая, наверное, среди таких вот более-менее егошек. Вот. Которые надолго хватает. И вроде бы вкус передает нормальный. Вот так вот, короче, она парит. Блин, как будто тут больше ватт. Как будто бы на 60 даже. Блин, классная штучка вообще. Заказывайте себе такую. Поставьте мне лайк, короче. Подпишитесь на мой канал. И закажите себе такую же штучку. Если она вам, конечно, нравится. Вейп-сила.